V веке до нашей эры грек Эсхил написал трагедию «Агамемнон». Царь Агамемнон – одна из ключевых фигур Троянской войны. Когда он уплывал в Трою, он принес в жертву Артемиде свою приемную дочь, за что жена захотела отомстить. Пока царь был на войне, она завела любовника и организовала заговор. Когда Агамемнон возвращается, жена принимает его с почестями, а потом убивает. Частью почестей стала красная ковровая дорожка. Это первое упоминание о данном явлении. Красный – дорогой цвет, его получали из красителя пурпура, который добывали из моллюсков, и процесс был очень трудозатратным. В 1821 году в Южной Каролине президент США Джеймс Монро сошел на берег с корабля, и для него выстелили красный ковер. В 1902 тот же ход применили владельцы нового скоростного экспресса в Нью-Йорке.